Добрый вечер. Эфир общественного телевидения НКР продолжает программа «Вестник». На календаре воскресенье, 25 июня. Сегодня в передаче. Президент Баку Саакян провел на неделе ряд встреч и совещаний. Правительство обозначило необходимость создания современной энергосистемы. В Ереване прошла международная конференция по роли женщин в решении конфликтов. Интервью к Международному дню беженцев. На наступающей неделе в НКР отметят День без вести пропавших. Итак, подробности новостного блока в начале подборка сообщений Главного информуправления аппарата президента НКР. 19 июня президент Баку Саакян принял председателя Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении» Карена Дарбиняна и генерального директора организации Карена Арутюняна на встрече, в которой принял участие министр экономики НКР Андраник Хачатрян, были обсуждены вопросы, связанные с реализацией ряда программ в Арцахе. 20 июня президент Баку Саакян принял делегацию Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна во главе с ректором Рубеном Мирзаханяном. Были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки педагогических кадров сотрудничества вуза с Арцахским государственным университетом. 21 июня президент Республики Арцах посетил Мартакертский и Аскеранский районы. В городе Мартакерте президент провел рабочее совещание по вопросам реализации социально-экономических программ. В райцентре Аскерани президент созвал совещание по вопросам оказания помощи жителям, чьи хозяйства пострадали вследствие градобития в Аскеранском и Мартакертском районах. Глава государства дал конкретные поручения. Президента сопровождали премьер-министр Арай Карутюнян, другие должностные лица. 21 же июня президент Республики Арцах Баку Саакян принял бельгийского сенатора, члена парламента Фландрии Йориса Поше. Были обсуждены вопросы парламентских связей между Бельгией и Арцахом. Бельгийского депутата принял также спикер парламента НКР Ашот Гулян. Президент Баку Саакян подписал указ о досрочном приостановлении полномочий члена Центральной избирательной комиссии НКР Асмик Шиндзян согласно собственному заявлению. Другим президентским указом в состав Центра избиркома включена Амест Сулейманян. 22 июня президент Баку Саакян направил поздравительное послание второму президенту НКР, послу Армении по особым поручениям Аркадию Гукасяну по случаю 60-летия. В послании говорится: «Уважаемый Аркадий Аршавирович, сердечно поздравляю вас с 60-летием. Вся ваша жизнь и пройденный путь являются ярким примером самоотверженного служения Родине и родному народу, за что вы удостоились высокого звания героя Арцаха. Вы стояли у истоков Арцахского национально-освободительного движения и сделали все возможное для осуществления заветных чаяний нашего народа становления и развития Республики Арцах. И сегодня свой богатый опыт и знания вы используете во благо нашего государства и народа. Вновь поздравляю вас, желаю мира, крепкого здоровья и больших успехов в вашей патриотической деятельности». Полтора десятка вопросов рассмотрело на своем заседании в четверг правительство республики. Министр экономики Андраник Хачатрян озвучил изменения в сфере энергополитики. По словам премьер-министра Арайка Арутюняна, в течение ближайших 5-7 лет необходимо создать в Арцахе современную энергосистему, производя ежегодно 700 миллионов киловатт-часов электроэнергии, половина которой будет вывозиться на продажу. В этих целях потребуются дополнительные инвестиции. Уже есть предварительные договоренности. На днях начнется процесс приватизации ЗАО «Арцахэнерго». Предполагается также строительство второй высоковольтной линии электропередач «Агавно-Карвачар». Правительство утвердило предложенные министром юстиции Араратом Даниеляном изменения в ряд законов, в частности, в Судебном кодексе республики. Министр труда и социальных вопросов Самвел Аванесян предложил изменения и дополнения в порядок назначения госпенсии, продиктованные возникшими в ходе его правоприменения. Кабмин принял также ряд законопроектов, представленных Минздравом, полицией, Минобороны и Управлением охраны окружающей среды. Сразу по окончании заседания премьер-министр провел совещание, посвященное ходу уборки урожая зерновых.
С международной конференции из Еревана вернулась председатель неправительственной организации материнства Хасмик Микаэлян. Темой форума стали вызовы современной войны, поиск миролюбивых решений конфликтов и роль женщин в этом процессе. Хасмик Мамиконовна, кто был организатором форума, какие делегации участвовали, от Карабаха кто участвовал и как он проходил, этот форум? Конференция имела огромную географическую значимость, большие масштабы. На сей раз это была пятая конференция. Были приглашены представители из Великобритании, выступал посол Великобритании в Армении, из Германии представительство было тоже, из посольства Германии, из Ирака, Палестины, Израиля, из Колумбии, представительства Украины, России, Чечня, Северная Осетия, Абхазия. Были выступления со всех практически горячих точек, из Ирака, из Персии, представитель Украины и, конечно, Армении и Арцаха. К сожалению, из Азербайджана ни по скайпу, как в прошлый раз на конференции, никто так и не был представлен. Ну и участие, конечно, азербайджанские представители не имели. Арцах представляли? Арцах представляли четыре молодые, кроме меня, трое молодых женщин-активисток. Алвард Саркисян представлял Министерство культуры. Алвард Григорян, журналистка, представитель Кавказского узла. Представляла обусмена Арцаха Марина Симонян. И я в числе молодых общество материнства представляла. Выступления имели наши члены? Абсолютно все выступали. Очень хорошие выступления были, конкретные. Особенно трогательно было выступление Марины Симонян, которая четко рассказала фактическими документами апрельские события 2016 года. Это было необходимо. Это были факты, которые потрясли участниц форума. И я скажу, что не всегда бывает представлена арена международная для того, чтобы общественности дать информацию достоверную с первых уст. Какой документ был принят в итоге работы конференции? И хотелось бы еще спросить, вы как-то учитываете опыт участия в этих конференциях в своей повседневной работе? Поддерживаете ли какие-то контакты с партнерами? Прежде всего скажу, что вместе с миролюбивыми программами, которые были предложены нами, выступающими со всех концов мира, была обсуждена резолюция 1325 Организации Объединенных Наций о борьбе с насилием, о защите прав женщин, о предотвращении насилия против женщин. И потому мы все единогласно проголосовали за то, чтобы был принят документ обращения в Организацию Объединенных Наций защищать лагеря сирийских беженцев, принимать меры для обеспечения женщин, детей от насилия и эксплуатации, привлечь все финансовые международные организации к выполнению проектов поддержки сирийских женщин во время психологических, образовательных, экономических, правовых и политических программ. Были призывы активизировать деятельность ООН для борьбы с насилием и финансирование из бюджетов стран мира больше для миролюбивых программ, чем для военных программ. Потому что чаще всего из бюджета всех стран больше всего финансирование идет на военные нужды, на милитаризацию. А мы, женщины, требуем, чтобы больше всего средств тратилось на миролюбивые программы. Мероприятия, которые мы услышали, опыт работы, который был нам представлен женщинами воюющих стран, конфликтующих сторон, для нас это и школа большая. Мы также поделились нашим опытом работы, он тоже интересен, потому что для
многих представительниц участие, активное участие женщин Арцаха, женщин Армении в военной программе, миролюбивой, скорее всего, программе, участие на войне наших женщин для защиты наших интересов было удивительным новшеством. Нас даже хотели покритиковать в некоторой части, почему женщина не занимается семейно-бытовыми проблемами и почему она должна участвовать на службе в армии. И почему для нас армия такая гордость, почему военная форма для нас гордость носить ее. И почему мы наших детей воспитываем со школьной скамьи, с детского садика патриотически. Я ответила на этот вопрос и был очень воспринято с пониманием, с аплодисментами, потому что я сказала, армия – это наш гарант, гарант нашей жизни, гарант нашего мира. Это честь и достоинство нашей нации. 20 июня отмечался Международный день беженцев. Предлагаем вашему вниманию небольшое интервью в тему. Сарасар, уже несколько десятилетий прошло после того, как вы и подобные вам наши земляки, армяне, стали беженцами из Азербайджана. Время может как-то сгладить, смягчить понятие беженец? Или это навсегда вот эти сломанные судьбы? Вопрос касательно сглаживания вот этого представления беженца. Ну, во-первых, надо представить, что такое беженец, надо пережить. То есть обыденный человек с трудом он поймет судьбу беженца. Это, вы знаете, такое состояние, когда ломаются не только твоя база, твой дом и так далее, все твои планы. Ты теряешь своих друзей. Эта ломка происходит в одночасье. Поэтому оно, помимо философской подоплеки, еще психологическую подоплеку имеет. Но, говорят, человеческая психология человека, она сглаживает острые углы и так далее. Но я думаю, в вопросе все равно остается какой-то отпечаток. В Нагорно-Карабахской республике беженцы приобрели свою вторую родину. Это факт. И в отличие от так называемых мигрантов-беженцев, нас восприняли здесь как своих родных. Это тоже факт. Но в любом случае обида на государство, в котором жили армяне-беженцы, для которого они трудились, все равно остается. Вот именно претензии к тому государству, которое сейчас продолжает активную свою деятельность, и до сих пор не предъявили свои извинения перед своими бывшими согражданами, которые практически стояли у основания создания, но я имею в виду Азербайджанской ССР, обладали своей автономией и внесли огромный вклад в экономическое развитие. Именно этот фактор заставляет нас еще оставаться беженцами. Искусственно, может быть, поддерживать неполную интеграцию в местное общество, потому что у нас остались претензии к тому государству, где мы оставили наше имущество. Безусловно, наше государство старается как-то содействовать решению внутренних проблем, связанных с беженцами. Во всяком случае, есть желание, есть какие-то конкретные программы. Может быть, хотелось бы большего. А хотелось бы вот спросить у вас относительно международного официального статуса беженца. Есть он у наших беженцев, беженцев из Азербайджана? Есть подвижки в этом вопросе? Ну, про внутреннее, значит, решение проблемы говорили, у нас определенные продвижки есть, которые желают быть нам большими. Социальные вопросы остаются еще на повестке дня. Определенным семьям чем-то удается помочь благодаря курсу государства, взятому в отношении беженцев. В международном сообществе в этом плане у нас как бы большая заморозка. Большая заморозка, но в то же время обнадеживает, может быть, одно, что мы еще надеемся, что мы будем восприняты со стороны международного сообщества как жертва Нагорно-Карабахского конфликта, когда полумиллионное армянское сообщество Азербайджана было вынуждено оставить все свое нажитое в том государстве. И в конце концов мы получим этот статус беженца в международных инстанциях. Все-таки они гуманитарный характер носят.
То есть вы продолжаете бить тревогу, обращаться в какие-то инстанции международные, в тот же суд по правам человека европейский? Это все у нас в прошлом, но мы продолжаем при любой возможности. А Нагорная Карабахская республика посещает очень много журналистов, политиков, которым мы представляем наши чаяния. Последнее, можем сказать, это было обращение в виде очередной деятельности в миротворческом направлении. Евросовет предложил еще одну программу миротворческой направленности. Мы, в принципе, не игнорировали, мы обратились, но в рамках того, что делает Азербайджан, в плане все, чтобы нарушить хорошие отношения с Нагорно-Карабахской республикой, мы не знаем, как это может притвориться. Указанная программа касается каким-либо образом беженцев? Лично со стороны беженцев, когда была представлена программа, конечно. Там мы предусмотрели, определенное отношение к беженцам непосредственно. Может быть, другие какие-то общественные организации обратились по своим вопросам, но мы непосредственно касательно беженцев, работа с ними. Хотя в свое время мы достаточно много сделали для того, чтобы стереотипы образа врага были стерты, в отличие от наших соседей, которые все делали наоборот. Вы смотрите программу «Вестник». 29 июня в Нагорно-Карабахской республике будет отмечаться День без вести пропавших, особой категории жертв войны, чьи судьбы до сих пор безвестны. День без вести пропавших отмечается один раз в году. А для нас, родственников, этот день продолжается весь год. Мыслями мы каждый день с нашими сыновьями, братьями и сестрами, чья судьба неизвестна. Наше горе увеличилось, когда из-за Азербайджана в апрельской войне прошлого года были без вести пропавшие. Мы никогда не устанем ждать наших родных. Поэтому я желаю терпения всем членам нашей организации. Пусть Бог увидит наши страдания и поможет нам. Аминь. Не теряющая надежды на возвращение сына Спартака Вера Григорян день без вести пропавших собирается ознаменовать в том числе презентацией своей 20-й по счету книги. В музее без вести пропавших всегда можно застать кого-нибудь из членов организации. У заслуженного педагога Седы Аракелян с войны не вернулся сын Аркадий. Седа Артемовна, каждый год 29 июня отмечается день без вести пропавших. Меняются ли эти чувства из года в год или остаются прежними? Уменьшается ли надежда? Надежду мы не теряем. Но, конечно, с годами эта надежда уже пропадает. В смысле того, что они могут вернуться. Может быть, они живы еще. Где-то там мучаются или что-то такое. Но уже потихоньку надежда пропадает. И мы все дальше стареем, взрослее становимся. Иногда в такое состояние попадаем, что и голова ни о чем не помнит. Очень многие мои сверстницы, уже их нет, умерли, не дождавшись своих сыновей. Ну и сколько мне ждать? Я уже намного взрослая или уже старая. Нет надежды, что я доживу до того дня, чтобы... И все, эта боль все равно сохраняется в душе. Обращаюсь к таким, как я, у кого сыновья пропали, мужья, там, эти братья, чтобы они надежду не теряли. И все время думали, надеялись, сжимая эту боль в сердце, ждали своих близких возвращения из небытия. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник и стекло». Встретимся в эфире ровно через неделю, 2 июля. До свидания.